Приветствую всех. С вами Незерамос, мы продолжаем играть Chaos Break. Или как он там правильно читается? Так, куда нам? Здесь была дверь 2. Да, вот дверь 2. Хотя это комната. Это комната, мы, по-моему, первую посетили. Да. Так что у нас есть? У нас есть немножечко покалеченное здоровье. 11 дисков, 5 напитков, 1 аптечка и 1 препарат сердечной недостаточности. Или как там. Ну, по-моему, примерно так это переводится. Ну, в общем, лекарство от сердца, это самое главное. Нате терминалище. Не пускает меня в себя, косил. О, красная зона. О, дата диска получена. Да, отпусти ты меня! Перец ходячий. Все. Опа, кидаром. Как ты зараза? Да блин. Козлина. Короче. Ладно. Так, а это что, просто такой длиннющий коридор? Так, стоп, а в той красной зоне ничего не было, что ли, больше? А, ну да. Тут был трубешник и дверь. Ну окей. Возвращаемся сюда. Так, ну теперь я знаю, что под лазер, по идее, можно коркнуться. Опа. Это другая зона. Верните мне, пожалуйста, мое сознание. Так, level 3. Так, и на самом деле я буду периодически, иногда. Опа. Иногда делать сохраняшки быстрые, потому что слотов сохранения в этой игре категорически мало, а именно одна штука. Поэтому давайте пока, кстати говоря, помню, вот сделаю на самый дальний слот, которым я практически никогда не пользуюсь. Это что такое? О. Суки, готовься к бою. Вы чё, чудище, вы чё под музыку танцуете? Чё, охренели? Охренели, танцевать на потолке решили. Всё, все закончились. Вопрос ещё есть? B2, B5, а B1, B3, B4, вы чё? Ну, забавно, конечно. Чё так удачно получилось, на самом деле, их пройти. Ау. Как бы намекнула нам игра. Так. Это мы где? Камера, что ли, сломалась? Беги нахрен отсюда!
Цуки. А, да. Так, это зомби какие-то. Ну, не зомби, конечно, понятное дело, это гибрид человека и вот этого паразита. А, они легко вздыхают. Это с тем, я не помню, что произошло. Я подумал, они каким-то электротоком бьют. Кафетерия. Отвалилась от меня. Давайте съедим. А, он не так много останавливает. Закрыто. Ключ от обеденной требуется. Так, это экзит. Он же выход. Так, это камера. Даже тормоз. Спарк. Это какие-то искрящиеся боезапасы, видимо. Датный диск. И на стенах у нас ничего. От слова ни хрена. В этой комнате камера у нас не работает. Это не дверь даже вообще. Это, я так подозреваю, тоже, да? Да, это все левел 2. Ох ты ж. Опа. Загрузочка. А вот что, просто меня ударил. Ты вы нахрен это что от меня? Да ты как меня так бьешь-то? Понятно, они не такие простые, какими могут показаться на первый взгляд. Ох ты ж, это что тут за нахрен коридоры такие? По сути, я не уверен, что их обязательно убивать. Да блин, я зачем-то перезарядился вместо того, чтобы атаковать его. Ну, сам напоролся, сам виноват. Так, тут куча дисков. Это, видимо, данные об исследованиях, которые нам нужно найти. О, это база. Код, окей. Заметка. Ага, это то, что у нас было про изменение цвета тела какой-то большой крысы. Вы обновили код снова? Вы действительно любите загадки. Уважаю вас за это. Не заходите слишком далеко с вашими играми. Менеджмент следит за вами. А установленная система защиты не слишком высокая? Моя одежда сгорела. Что, собираешься отыграться на мне? Я знаю, что в этом есть моя вина. Но я не согласен, что...
Я не могу согласиться с тем, чтобы персонал был, в общем, в опасности. Отчет. Похоже, у нас образец АП. Какой-то, не знаю, Refining System. В общем, какая-то система образца АП. Как-то не было, смешивая тайминги на финальном этапе, еще не автоматизировано. Дайте мне еще один В. Окей. Код. Тут опять коды. А как нам коды узнать, это непонятно. Что туда нельзя зайти-то? Так, здесь, видать, нам пока что делать больше нечего. Ну да, это мы пробежали кругаля вокруг этого места. Ага. Давайте вернемся тогда к началу. Там вроде как по карте показывают две двери. О, это что за дверь? А, не то. А, закрыто изнутри. Окей. Изнутри, а так изнутри. Вот двери. Лаборатория Б. Эх, лекарства у меня уходят ток-так. Ну, еще один комп. Несчастный случай. У нас беда. Это секрет, но... Персонал был атакован паразитом, выращенным из клетки. Я изучаю... А, изучение образца АП все еще не удовлетворительно. Я свяжусь, когда мы будем знать больше. Я все еще не могу найти ключ для постоянной температуры. Для комнаты с постоянной температурой. Возможно, я одолжил его кому-то. Найдите... Скажите мне, если вы найдете его. Мне снова высказали что-то, видимо. Мы можем подавить прогресс, используя антипаразитический энзим. Если заражение паразитом более чем 25%, организм не выживет. Нам нужно... В общем, что-то улучшить до того, как пройдет серьезный урон. Значит, АП это, видимо, антипаразит. Окей. Я обновил код лазерной системы защиты. В общем, я уверен в этом. Ну и, наверное, имеет в виду, что типа, он ее очень качественно сделал. Я дам вам копию моей заметки позже, так что попытайтесь. И откройте, если вы сможете. Мейерс. У нас есть очень интересные данные насчет паразитического антигена, влияния антигена паразитов на клетки человека, с которыми я экспериментировал. Что-то даже может чем-то стать. Так, сохраняться на карту памяти будем регулярненько.
И, пожалуй, еще раз запишусь на 10-й слот. Пока мы по сюжету все равно никуда не прошли. А вот как раз у точки сохранения я и сохранился. И теперь мы знаем, где у нас есть сохраняш. Офис. Что, зомби? Нет. А, какой-то картридж мы получили. Растворись давай. Интересно, что за влияние антигена на человека? Человек мутирует? В любом случае. О, что такое? А, это карта местности, да? Ну да. Да, нет. Ага, мы сюда ходили? А, я туда вроде ходил, там какая-то закрытая дверь была. Окей. Так, это что? Тут я был? Тут я не был. Исследование, research. Так, напальник. Ну, почему бы через шкафчик не убить? Энергопак. Электромагнитный ключ. Да ну нахрен. Дата-диск. Датный диск. Так, это сюда. И это сюда. Я в ту сторону еще не хотел, да? Внимание. Что здесь? Погоди. Что там? Внимание. Система защиты экстремально опасна. Authorization Mayors. Может быть, Mayors это пароль. Потому что мы его не раз встречали, и сейчас там еще какой-то акцент на это сделали. Который я, правда, повторить не смог. Please enter security code. А-а, ни разу не Мейерс. Окей, у нас есть еще один этаж, который мы можем на том лифте посетить, где паразиты на потолке танцевали. Вообще извращенцы долбаные. Нахрен так жить. Серьезно. Я бы не хотел, например, танцевать на толке. Так, а, это не то. А, там нужен ключ кафетерии. У меня есть электромагнитный ключ. Проверим, но вряд ли это он, да? А, нет, он. Так, получили напиток. Опа. Такое? О, мужик или нет? Пошел. Тут, видимо, червяк поработал. Тот самый. О, аптечка. Аптечка это шикарно. Ты куда? Ты червяк сюда пришел? Thank you.
я упорол, что ли, мужик? А, окей. Это было неожиданно. Так, карта, где успели посетить? Мы вот две комнаты не посетили. Собственно, на этих мы сейчас ключ найдем. Так, из какой-то там картридж. Так, червяка беспокоить, это, видимо, плохая идея. Так, ладно, пойдемте сейчас вот в эту дверцу. Ну вот и первая смерть, собственно. Да, и червяк это злое существо довольно-таки. Почему Мицуки сама не догадалась, что это была за дыра? Что, ты видел эту хренатень же? Ну, да все. Так, теперь осматриваем все эти коробки. Шкафы, ящики и прочее. На эту камеру так упоролась. Я уж подумал, что это у нас... Червяк сюда пытается заползти. Датный диск. Вот, сейчас заодно сможем прочитать, что там было написано. Я даже делаю сохранение перед входом в эту дырочку, в эту дверцу. Ну, вот здесь вот. И сделаю сохраняшку. Внимание. Защита включена. Экстремальная опасность. Фото воспрещен. Авторизация Мейерс. Мейерс. Защита как? Защита. Не, я даже не хочу пробовать, что будет. Наверняка меня там оттяпают пару конечностей. А без них будет не так удобно тут бегать. Так. Окей. Давайте я вот здесь вот сохранюсь. Вот около комнаты сохранить. Просто не хочу туда бежать. Я, если что, просто переиграю еще разок. Какая разница. Хотя вот сам факт червя меня не радует. Так, еще раз. Здесь. Червяк это, конечно, такое себе удовольствие. Напиток взяли из автомата и все. Опять все пропускается. А, аптечку заныкали так, что ее можно даже вообще не заметить, если пытаться пробежать. Сюда, пожалуйста. Здорово. Не надо меня пугать. Все, здесь ничего нет. И я даже вот здесь сделал сохранение. Ну, потому что врагов не было, просто чтобы не добегать. Понятно.
Да блин. Я просто не могу понять, что из-за того, что камера меняется, это далеко не так удобно. Неудобно перемещаться, потому что я вот перемещаюсь с одного ракурса на другой. И становится больно. Угу. Так, примерно понял его поведение. Ну, сейчас завалим. У меня чертов стик застрял. Да блин, об стол. Стоп, а откуда у меня такая большая обойма? А, у меня увеличился объем обоймы. Давай тогда сохранимся с хорошей обоймой. Нет. Ну просто вот представьте, если бы я каждый раз сейчас добегал до сюда. Ни хрена себе ты меня ушатал. Даже на эту штуку, по-моему, плевать было сейчас. Охренел, я не понял. Понятно. Нет представления, как его бить. Где это удобнее будет делать. Но реакция именно когда я подхожу к мужику. Понятно. Все, давайте я сейчас буду кучу попыток делать и увидимся, когда я смогу это пройти.
Все серьезно? Так что ли надо было делать? Серьезно? Я думал, его надо просто ушатать. А его просто надо было обидеть. Заметки Мейерс. Ага. А вот и Мейерс, кстати говоря. Так, это делается, кажется, вот так. Что-то написано снизу. Числа от 1 до 6 идут в каждую ячейку. Ага, это у нас так называемый типа судоку, что ли, или как она там, эта хрень называется. Ой, это надолго. А. Так, тут у нас единицы и двое, нет. Да, один и два у нас тут не хватает. Окей, тут непонятно. Так, тут один, два, три. Так, тут явно не три. Тут явно не два. И тут явно не три. О, какой три? Вот тут три. Тут 100% три. Так, тут 1, 2, 3, 1, 2, 4 не хватает. Так, тут не 4, тут тоже не 4. Значит, вот тут 4. Один, два. Так, тут неизвестно. И тут неизвестно. Тоже 1 и 2. Может. Здесь и вот здесь, в двух местах. Тут тоже 1-2. И тоже неизвестно. Так, вот тут. 1-2, опять же. Так, а раз тут 1-2, значит... Тут 2, тут 1, потому что тут единица уже есть. Угу, тут тоже понятно. 5, а что тут 5 и 2 не хватает. А-а-а-а-а. Ага. Вот так. Тут не хватает. 1, 2, 3, 4. 1 и 5. Ага, но тут непонятно все равно, где ставить. Тут 4, 6. Значит, вот тут 6, тут 4. Окей. 1, 2, 3. 3, 5 не хватает. Значит, тут 5, тут 3. Теперь тут не хватает 1 и 6. Значит, тут 6, тут 1. Потому что тут шестерка есть, значит, она не может быть. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5 вот сюда идет. Что у нас тут не хватает? 1, 2. А, но все еще непонятно. Окей. Тут 1, 2 тоже. Так, а вот здесь тоже 1, 2, да? Так, ага. Тут 1, 2. Вот тут 1, 2, тут 1, 2, и вот тут 1, 2, да? И нигде тут этого нет. Так. Предположим, тут 2, тут 1, тут 1, тут 2, тут 2, тут 1. 6, 1, 2, 5, 4. Ага, окей.
6-1, пила 5-4. Валим нахрен отсюда. 6-1, 2, 5, 4, нахрен. Кошмар. Ну, босс, конечно, этот... Не знаю, обязательно он был или нет. Что можно было просто свалить. Но это было неожиданно. Так, это было в центральной большой комнате. 6-1, 2, 5, 4, да? Или я уже с... кривой стал? Замечательно. И это у нас что, лазеры были? Так, идемте сохранимся. К лазерам пойдем уже в следующих сериях. Я так полагаю, если это они были. Мушки. Эти компы не работают, верно? Что ж, на этом я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях. О, диск здорово. Я чуть тебя не пропустил. Всем пока.